покажет, как нужно себя защитить в условиях лифта, либо в условиях подъезда, когда вам противостоят сразу несколько человек, вы загнаны в угол, и у вас практически нет никаких шансов. Но, тем не менее, спастись все-таки возможно. Снова здравствуйте. Хочу показать первый таким данным случай, где помещение, в котором вам деваться некуда, лифт, угол или тупик какой-то. Мы поступаем как? Наша задача, все драки начинаются с первого разговора. То есть редко бывает неожиданно нападает, хотя такое тоже не исключено. Кто из них? Я не знаю, да, когда будет, скажем, Михаил со мной очень сильно разговаривает, он старается впервые мне как бы наносить удар. Я смотрю на него, я наношу первый удар Данилу, он не ожидал, Мишу и Сергею Егору. Вот таким случаем, да. Если вас начали колотить, стоим. Тут идет вход, все. Ваша задача, не с ним бодаться. Стараемся целиться. Сюда, глаза. Сюда. Сюда. Понимаете, наша задача бить быстрее, и, конечно, не все могут быстро бить, но если у вас не получается, мы точно сюда, глаза, солнцестояние, пах, сюда, подбородок, прямой удар, висок. Это очень опасно, но каким-то образом нам надо защититься. Вот мой совет. Но если избежать можно драку, сделайте вид, что они правы. Пускай они дадут вам пространство. При выходе же вы можете с ними рассчитаться. Хочу поблагодарить моим ученикам, Данилу, Анису, Михаилу и Олегу. Очень хорошие видно ребята, ходят, занимаются. Наш английский спорт. Бьемся до конца. Спасибо всем. До свидания.